ты о себе возомнил? Как ты смеешь меня целовать, идиот? Я не целовал, я просто заткнул твой рот, слишком много говорила. Что ты за человек такой? Идиот! Ты продолжаешь все еще говорить. Они пришли. Увидимся в отеле. Я пошел. Ты говоришь, увидимся в отеле? Ты не понимаешь, что никакого договора больше нет? Ну, конечно. Даже ничего не сказал. Хорошо, дорогая. Я очень волновалась за тебя. Где ты был? Давай по дороге поговорим. Садись в машину. Мы заплатим за корабль и прием. Хорошо, любимый. А что вы тут делаете в Датче? Это длинная история. У нас есть проблема поважнее. Какая? Ослы немного зла из-за всего, что мы пережили. Поэтому она сказала, что договор отменен, но ее сможешь уговорить ты. Возвращайся в отель вместе. Заодно узнаете друг друга получше. Ты ведь знаешь Чеглу? Если она начнет подозревать, то завалит вопросами. Как прикажете, господин Бурак. Какие-нибудь другие пожелания? Я что, твой подручный? Ты мой спаситель. Знаешь, Бурак, мне очень надоело решать твои проблемы. Пожалуйста, кузен. Нет, нельзя. Кузен, я тебе обещаю, этого больше не повторится. Я больше не попрошу тебя ни о чем. Ну давай же, пожалуйста. Но не забывай, это в последний раз. Хорошо, договорились. Ты так быстро вернулся? Вулкан разберется. Я не хотел заставлять тебя ждать еще больше. Мы и так довольно много времени потеряли. Ослы, ты в порядке? Мы очень переживали за вас. Да, все в порядке. Но чего только с нами не произошло. Слава богу, мы вернулись живыми. Если хочешь, мы можем немного задержаться здесь. Поедем в кафе, ты расскажешь все, как было. Хорошо. Я возьму сумку. Да, я понесу. Не надо. Спасибо. Как хорошо на природе. Чувствую, как моя душа отдыхает. Мы можем продлить этот отдых. Сколько пожелаешь. Прекрасная идея, но даже этот маленький отпуск для меня уже люкс. Разве ты должна столько работать? К сожалению, это не в моих руках. Ты же знаешь все про карьерную жизнь. Ты не можешь просто так остановиться. Необходимо постоянно удовлетворять спрос. Тем более для людей, как я, которые мало могут доверять людям, а точнее вообще никому, необходимо много работать. Ты права. Но я не жалуюсь. Я немало сил потратила, чтобы у фирмы были такие успехи. Я верю в тебя. Успехов будет только больше. Дай бог, родной. Ну что, хватит говорить о работе. Хочешь, поплаваем? О, было бы неплохо. Давай.
Вот и новость года. Госпожа Мерве, у меня на руках сенсация. Один из управляющих компаний Мазаро Глусинан и владелец косметической фирмы Эль Чинтикджан сейчас плывут на корабле, и у них довольно близкие отношения. Молодец, хорошая работа. Сейчас же отправь мне фотографии по почте. Хорошо. Все, что ты пережил, ужасно, Бурак. Да не говори. Со мной могло произойти все, что угодно, но мне повезло. Бедный мой. Ну ладно. Ладно, все прошло, забудем. Ты что делала? Мне было очень скучно. Эду знаешь в своем мире. А со Слы так и не смогли познакомиться. У нее болела голова. Кажется, она немного капризная. Да уж, лучше тебе с ней близко не общаться, это точно. Но сегодня, кажется, мы будем вместе. Да, сегодня проведем день вместе. Больше не оставляй меня одну, хорошо? Хорошо, душа моя. Твоя мама звонит. Ты ведь ей ничего не говорила? Не глупи. Конечно же нет. Я отвечу. Алло, тетя Цельда? Как ты, родная? Хорошо, а вы как? Все хорошо. До нашего Бурака никак не дозвониться. Вы случайно не вместе? Вместе ставлю на громкоговоритель. Слушаю, мама. Сынок, ты уехал, и никаких вестей от тебя больше нет. Мог бы хоть позвонить. Как ты? Мама, не стоит переживать, у меня все хорошо. Я просто за рулем, я перезвоню тебе, когда буду свободен. Хорошо, единственный мой, хорошо. Ну, обязательно перезвони. Целую, родной. Конечно же, мама волнуется. Дай это мне и не жди. Я вернусь не хатом. Хорошо. Я пришла, жизнь моя. Добро пожаловать. Как ты, жизнь моя? Хорошо, душа моя. Ай. Что это? Наш обед. Подумала, вместе пообедаем. Ты из дома принесла еду, Сельда? Зачем себя утруждала? Пошли бы в ресторан какой-нибудь. Ну да ладно, я как раз проголодался. Вот и прекрасно. Значит, я пришла вовремя. Мы это будем есть? Угу. Но я же этим не наемся. Любимый, мы на диете. Дорогая, на диете ты. У меня нет никаких проблем. Но у меня есть, Нихат. Мы ведь обещали друг другу, что будем делать все вместе. Ох, я забыла вилки. Хорошо, я скажу, чтобы принесли. Бурджу, принеси нам две вилки. Ну и тарелки. Спасибо. Все, что ты рассказала, как сюжет фильма. Хотя все это нормально, будучи с Бураком. Он очень любит проблемы. Да, я поняла это за несколько дней. Поэтому с меня хватит. Я больше не могу это продолжать. Я не хочу участвовать в какой-то лжи. После всего, что ты пережила, такой ответ ожидаемый. Но прошу прощения за Бурака. Но если сможешь потерпеть еще один день... Я действительно... Слушай, я обещаю, что от Бурака больше не будет вреда. Я не спущу с него глаз. Но если сможешь потерпеть еще один день... Ладно. Супер. Раз мы будем притворяться парой, то нам нужно узнать друг друга. Я о тебе ничего не знаю, кроме того, что ты готовишь вкусные торты. Мы живем вместе с мамой в Стамбуле. Папа погиб, когда я была маленькая. А в отель приехали вместе с моей лучшей подругой Гонжой для работы. Мне жаль из-за отца. Соболезную. А ты учишься? В прошлом году не было возможности, чтобы учиться. Но в этом году поступила. Дай бог, буду учиться. А ты?
Я учусь в частном университете на экономическом. Живем втроем с папой и сестрой. А ты потерял маму? Можно и так сказать. В свободное от учебы время я работаю вместе с отцом, а сюда приехал, чтобы подготовить все к открытию отеля. Подготовить к открытию? Отель ваш, что ли? А Бурак не говорил? Папа и дядя недавно купили отель. Я удивлена. Я не знала. Хорошо, что мы поговорили об этом. Ибо Чагла очень любопытная девушка, но она захочет узнать о нас все. Например, как мы познакомились. Как ты думаешь, как мы познакомились? Не знаю. Ничего не лезет в голову. Нам нужно подумать. Придумала. Мы познакомились следующим образом. Это прекрасная идея. Договорились. Что-то случилось? Нет. Может, поедем? Конечно. Я скоро приду. Разве мы не подходим друг к другу? Да, вы одни? Да, я должна воспользоваться этой возможностью. Пожелай мне удачи. Может, поплаваем? Да, я не против. Тогда давай я тебя закопаю. Что? Мне с детства никто не предлагал таких вещей. Ни за что на свете. Ой, ну пожалуйста, пожалуйста, прошу, 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 ну пожалуйста. Эда, я превратился в твою марионетку. Ура! Они для меня? Да, они для тебя. Хоть они такие красивые, как ты. Спасибо большое. Очень красивые. Ты достойна лучшего. Ослы приехала? Нет, но господин Бурак со своей девушкой приехали. Скорее всего, и ослы скоро придет. Слава богу. Наверное, ослы с господином Волканом. Может, попросим номер и позвоним? О, мне кажется, это будет неправильно. Я же сказал, что скоро приедут. Зачем ему звонить? Слушай, ты меня снова ревнуешь? Да, ревную. Почему? Ты что, мой парень, чтобы ревновать? Разве нет?
Сразу же обижается. Какой ты милый. Правда? Нужно попить кофе, чтобы переварил съеденное. А что поели-то, чтобы переваривать? 2 кофе нам, пожалуйста. Мерве звонит. Кто знает, какие опять новые сплетни появились. Жизнь моя, это на несколько часов. Я пойду на совещание. Алло? Мерве? Сильда, как ты? Хорошо, родная, ты как? Хорошо, Сильда. Хотела с тобой поговорить на важную тему. Ты занята? Нет, не занята. Говори. Синан и твоя лучшая подруга Эльчин спалились на корабле в Бодруме. Не могу поверить, это правда? Да, родная. Если хочешь, могу отправить фотографии. Кажется, они хотят скрыть свои отношения. Наверное, это так. Я в шоке. Мерве, я тебя попрошу эту новость не публиковать. Я не хочу, чтобы они попали в неловкое положение. Отношения, наверное, очень новые, что они видят нужду скрывать их. Хорошо, родная, но имей в виду, я первая публикую эту новость, когда они перестанут скрывать. Хорошо, не переживай. Мэрвэ, ты ведь знаешь, что из всех журналистов мы пригласили только тебя на открытие нашего отеля. Мы будем тебя ждать, хорошо? Хорошо, это нельзя пропустить. Хорошо, увидимся тогда. Пока, Мэрвэ. Что это такое? Это шутка? Синан и Эльчин? Если хочешь, немного отдохни. Было бы неплохо. Я узнаю у Бурака планы на сегодня и сообщу тебе. Не могла бы дать свой номер? Мой телефон остался в машине, на которой мы попали в аварию. Я все вещи из машины отправил в номер Бурака. Забери у него. Спасибо. До встречи. Увидимся. Уф, ну нет. Почему моя сумка оказалась у Бурака? Лишь бы он не посмотрел вовнутрь. Мне ее нужно срочно забрать. Бурак, я приехал. На террасе. Хорошо, я сейчас приду. Вулкан приехал, я пойду к нему. Ты приготовься, встретимся на пляже, хорошо? Хорошо, любимый. Чегла звонит. Слушаю, Чегла. Алло, как ты, мама? Хорошо, моя красавица. Ты как, встретились с Бураком? Да, все в порядке. Звоню, чтобы сказать, чтобы ты не переживала. Вот это отличная новость. Я очень рада. А ты что делаешь? Все еще в Стамбуле? Нет, у нас появилось срочное совещание, поэтому пришлось вернуться в Измир. Хорошо, мамочка. Целую, увидимся. Хорошо, целую тебя, моя родная. Эльчин, любимая, никаких проблем нет? Нет. Тебя беспокоит, что ты лжешь Чегле? Ты меня порой удивляешь. Я знаю тебя лучше, чем ты предполагаешь. Ты очень важна для меня. Я не хочу, чтобы ты была несчастлива или неспокойна в наших отношениях. Я ради этого сделаю все возможное. Хочешь, поужинаем в красивом ресторане? Хорошо. Но это должно быть место, где можно потанцевать и послушать музыку. Все, что ты скажешь.
Минутку. Что я говорю? Что-то я забылась. Лучше, если мы останемся здесь. Мы же не знаем, где и когда сможем встретить ребят. А я удивился, что как же ты смогла так легко согласиться? Еще немного времени, Синан. Прошу. Сестра, у нас много дел. Можем раньше выйти? Не так много на самом деле. Ты тут пыль вытри. Ты какой номер убирала? Может, сегодня раньше погуляем? Ну, хорошо. Ну, ты смог уговорить ослы? Да. Я последний раз прикрыл тебя. Почтение тебе, брат. Эй, кузен, что такое? Что случилось? Увидел Денис. Да ты что? Вы поговорили? Нет, с ней был Курай. Тот парень, с которым она снимается в сериале. Она что, с ним встречается? Не знаю. Да и какая мне разница? Разница-то никакая, но ты расстроился? Ладно, давай закроем эту тему. Переоденусь и пойду к Эдди. Хорошо. Я тоже переоденусь и приду. Пойдем. Госпожа Денис, почему господин Курай не хочет, чтобы вас видели вместе? Вы встречаетесь? Друзья, вы знаете, что Курай мой друг по сериалу. Встретились, выпили кофе, вот и все. Всем спасибо. Удачной работы. Что ты делаешь? Как ты мог меня так оставить? Зачем так преувеличивать? Ты хочешь, чтобы все узнали о наших отношениях? Нет, но тебе все равно следовало себя вести по-другому. Этому поступку не может быть оправдания. Оф, Денис, что ты несешь? Мне это надоело. Ты заслужила это, Денис. Здесь застряла. Нужно срочно уходить. Эда, что ты делаешь с этими камнями? Потерпи. Увидишь, когда я сфотографирую. Почему смеется? А теперь селфи. Тебе бикини прям к лицу. Какое еще бикини? Эда, что ты натворила? Ох, если я тебя поймаю... Тебе не поздоровится. Иди сюда. Нет, нет. Иди, сказал. Нет, ладно, прости. Прости меня. Ну все. Ну прости же.
Хватит игр, маленькая госпожа. О, господин Волкан идет, я лучше пойду. Я с тобой, мне нужно увидеть ослы. Хорошо. Брат, мы здесь! Проклятие! Зачем столько хлама в одной сумке? Возьмите. Ай. О, проклятие. Синан и Эльчин? Она уверена, что это они? Не будь она уверена, разве сказала бы мне? Ты только подумай. Они сказали, что встретились у двери и вместе вошли в дом. Это ладно. Синан поехал в Бодрум. А сегодня мы должны были встретиться с Эльчин, но ее нигде нет. По-твоему, это нормально? Да, если так подумать, то довольно логично. Ты права. Как мы сами не догадались? Дорогой, как мы могли догадаться? Такое даже в голову не пришло бы. На самом деле, они созданы друг для друга. Только такая, как Эльчин, сможет быть Синаном. О, ты прав. Но Эльчину будет сложно. Разве Синану, нашему Синану, хватит одной женщины? Если влюбиться, то да. Он закрытый человек. После всего, что произошло с Башак, он очень изменился. Он потерял доверие к женщинам. Возможно, благодаря Эльчину он сможет встать на ноги. Да. Ты знаешь, что он пережил. Разве жена может оставить мужа, написав одно письмо? Написала письмо и уехала. Остался один с двумя детьми, представляешь? Мужчине такое сложно пережить. Очень сложно. Нельзя сказать, что у Эльчин все было прекрасно в семейной жизни. Да уж. Надеюсь, они будут счастливы вместе. Хм, как мы... Душа моя. Любовь моя. Слушаю. Хорошо. Я соберусь и приду на пляж. Увидимся. Ты где была? Я чуть с ума не сошла. И не спрашивай, Ганджа, чего только не произошло. Но сначала нужно позвонить маме. Да, она утром звонила. Я сказала, что у тебя сломался телефон, и с нами все хорошо. До меня не дозвониться, вот и позвонила тебе. Вот, позвони с моего. Ослы! Мамочка, как ты? Хорошо. Услышала твой голос, стало еще лучше. Как ты? Хорошо. Работаем, поэтому только смогла позвонить. Как у вас там все хорошо? Смогла привыкнуть? Комфортно? Как там еда? Не голодай ни в коем случае. Поняла меня? Мамочка моя. А тут все хорошо. Еда хорошая, но не вкуснее, чем твоя. Не переживай. Как мне не переживать? Только о тебе и думаю. Скучаю по тебе. Очень сильно. И я скучаю по тебе, мамочка. Ты привыкла к работе? Все хорошо? Да, все хорошо. Все.
Я очень рада. Мамочка, я вечером еще раз позвоню. Хорошо, Аслы. Почини телефон, а то неудобно постоянно звонить Ганже, хорошо? Хорошо, сегодня решу этот вопрос, мам. Целую вас обеих. Береги себя, ладно, доченька моя? Хорошо, мамочка, я тебя целую. Шукран. Если Аслы узнает, что дом продан, она сильно расстроится. Конечно, она же там родилась. В том доме воспоминания об ее отце. Мне кажется, что переезжая, мы покидаем его. Омер погиб уже 15 лет назад. А будто это было вчера. Никак не могу с этим смириться. Простите? Проходи, Халиль, проходи. Хотел спросить, не осталось еще еды? Но ты же не ел тут раньше. Что случилось? После еды госпожи Эмель. В кафе еда невкусная, да? Это так. И правда. После того, как хоть раз попробуешь еду Эмель, больше нигде не захочешь есть. Не преувеличивай. По-моему, она не преувеличивает. Здоровья вашим рукам. Спасибо. Приятного аппетита. Еще и талантливо. То есть я еще и козел, да? Хорошо. Аслы, я действительно не могу поверить. Чего только с тобой не произошло за последнюю неделю? Я в шоке. И не говори, Ганжа. Я тоже все еще не могу поверить. А если бы со мной что-то случилось? Ну, по крайней мере, ты была не одна. С тобой был Бурак. Этот козел. Все случилось из-за него. Если бы не его гениальные планы, со мной бы ничего не случилось. Да. И, возможно, между вами с Вулканом что-то бы произошло. Но вы же будете еще притворяться парой? На самом деле, из-за этого придурка Бурака я передумала. Не глупи. Почему это? Я даже думать об этом не хочу. Нет? А что случилось? Что он сделал? Ну не томи же, говори! Все так ужасно, да? Поцеловал меня. Что? Поцеловал? В губы? Да, Ганжа. Ни с того, ни с сего. Взял и поцеловал. Мой первый поцелуй разве должен был быть таким? Этот парень действительно ненормальный. То есть... Он много всего делает, лжет, чтобы его девушка не злилась. А после всего этого он тебя и целует? Я на самом деле ничего не понимаю. Он влюбился в тебя. Ганжа, господи! Что он понимает в любви? Не знаю. Я уже запуталась. Я только хочу, чтобы он держался подальше. Да-да-да-да-да. Сосредоточься на Вулкане. Да. Меня как раз он переубедил. Вот вы милые. Я так надеюсь на этот вечер. Дай бог, все будет хорошо. Вулкан только что позвонил и позвал меня на пляж. Я думаю пойти. Я как раз смогу вас увидеть. Я так волнуюсь за тебя. А что ты делала? Как все прошло с Эрдемом? Не знаю. Все было хорошо. Смотри, что он мне купил. Ой, очень красиво. Этот парень очень хороший. Да. Ничего так. Мы встречаемся. В смысле? Ну, хоть мы и не такие быстрые, как вы, но уже держались за руки. Ганжа, не прикалывайся. Я рада за тебя. Хоть одна из нас счастлива. Он милый парень, да. У нас с ним нет будущего, но пока все хорошо. Это еще неизвестно. Ладно, мне надо готовиться. А я вернусь на работу. Хотя мой босс твой жених. Он ведь меня не уволит.
Никак не исчезнешь? А тебе не понравилось? Не понравилось. Если ты пришел поблагодарить, то я поменяла свое решение только потому, что Вулкан попросил. С тобой это никак не связано. Нет, я не ради этого пришел. Я так и знал, что ты поменяешь свое решение. Если ты не хочешь, чтобы я передумала, то перестань поясничать. Хорошо, хорошо. Чего тебе? Ты меня не впустишь? Нет, конечно. Ты ведь не думаешь, что я буду тебе теперь доверять? Не витай в облаках. Я тебя всего лишь поцеловал. Ты думаешь, на тебе свет клином теперь сошелся? Слушай сюда. Хорошо, хорошо, хорошо. Не злись, я принес твои вещи. Значит, ты думаешь, что я козел, да? Где мой дневник? Вот здесь. Отдай его мне. Проси прощения. Что? Почему я должна просить прощения? Это ты должен просить прощения. Отдай мой дневник. Забудь о дневнике, пока не попросишь прощения. Я не буду у тебя просить прощения. Отдай. Тебе не стыдно лезть в мою сумку? Как ты можешь? А тебе не стыдно называть меня козлом? Нет, конечно. Потому что ты настоящий козел. Даже хуже козла. Отдай мой дневник. Даже не смотри на меня так. Это ты прыгнула на меня. Уходи, пожалуйста. Хорошо, ухожу. Чему бы это? Сельда звонит. Слушаю, Сельда. Как ты, душа моя? Хорошо, дорогая. Ты как? Хорошо, ты где? У меня появилось срочное дело. Пришлось с утра пораньше вернуться в Измир. Да? Когда поедешь в Бодру? Ну, как улажу все дела. Если не будет проблем, то завтра. А вы когда собираетесь? Нихат говорит на следующей неделе, но я уже сегодня хочу. Переживаю за ребят. Не волнуйся, я поговорила с Чеглой, все в порядке. О, да, вот и отлично. Ладно, не буду тебя задерживать. У тебя, наверное, дела. Целую. И я. Ой. Ничего не говорит, хотя больше всех их отношениям будем рады мы. Но она все равно скрывает, а? Ну, что такое? Они, наверное, не готовы. Не нужно сильно давить на них. Нет, разве я могу отстать? При встрече мне захочется смеяться. Самое интересное начнется, когда мы увидимся. Нихат, давай скорее уже поедем в Бодрум. Вот тебе и развлечение. Еще какое развлечение. О, все готово. Вот. Эмель, если ты закончила, то пойдем посмотрим твою комнату. Хорошо. Вот сейчас закончу. Эмель, вместе выйдем, и я помогу тебе собрать вещи. Душа моя, как я тебе благодарна за все. Ну что ты, подруга. Кстати, нам нужна машина для перевозки вещей. У тебя есть знакомые? Так. Здоровья вашим рукам, госпожа Эмель. На здоровье. Халиль есть. Халиль нам поможет. Что такое? Что нужно? Эмель переезжает. Теперь будет жить здесь. Нужно перевезти ее вещи. А, да? Хорошо, все решим. Вас не затруднит? Что вы? Мы тут вместе работаем. Кому еще помогать, если не друг другу? Да? Благодарю. Не за что. Эрдем? А Зухаль? Что ты тут делаешь? Я такой путь проделала, а ты меня встречаешь такими словами? Прости, но приходить не сообща не хорошая идея. Как видишь, я работаю. От меня тебе не будет никакого вреда. Пока ты работаешь, я готова ждать, где ты скажешь. Нам нужно поговорить. Зухаль, мы ведь все решили. Прошу. Ладно, там подожди.
проходи. Алло? Хорошо, детка, ты как? И у меня все хорошо, иду на море. Отель красивый, мне очень понравилось. Но такое чувство, что обслуживающий персонал не из лучших. Да, именно так. Да-да. Эрдем, как ты? Хорошо. Ты уверен? По тебе не скажешь. Нет, все хорошо. Никаких проблем. Все очень хорошо. Сама-то как? Мы сильно волновались за тебя. Хорошо. Береги себя. Спасибо, и ты себя береги. Волкан, твоя девушка никак не объявится. Она вообще существует? Да, Чагла. Сейчас прямо за тобой стоит. Ну уж нет. Аслы? Чагла, девушка Бурака. Очень приятно. И мне. Эда, моя сестра. Привет. Очень приятно. Мне тоже. Барыш. Привет, Аслы. Привет. А Бурака ты знаешь? К сожалению. Как дела, Аслы? Хорошо. Я принесла ваш заказ. Сильнее. Простите, пожалуйста, я не хотела. Что ты делаешь, конец моей сумки? Чагла, не преувеличивай. Это всего лишь кола. Это была моя самая любимая сумка. Все настроение испортили. Простите еще раз. По-моему, вам стоит быть повнимательнее, когда выбираете сотрудников. Так вы немало клиентов потеряете. Радуйся, что отель ваш, а не то я весь отель поставила бы на уши. Может, поиграем в волейбол, хоть немножко развлечемся. Хорошая идея. Аслы, ты будешь играть? Да. Чагла, ты? Ладно. Ну, давайте тогда. Вставайте. Девочки, вы были супер. Бурак, обед за ваш счет. Что вы нам предложите? Я один могу только так. Барыш сегодня полное разочарование, про Чаглу я вообще молчу.
Бурак, не преувеличивай. Я сделала все, что могла. Это всего лишь игра. Да забудьте. Пойдемте в море. Давайте посмотрим, кто быстрее поплывет. Я согласен. И я. Вот в этом мне нет равных. Аслы, ты не идешь? Я не умею плавать. В смысле? Ты серьезно? Тогда я остаюсь со Слы. Ты посмотри, не оставляет свою девушку одну. А Слы такая естественная и милая. Я ее полюбила. Особенно после Денис. Да, она очень хорошая девушка. Надеюсь, она поможет брату забыть эту Денис. Откуда он ее нашел? Я не понимаю. После Денис она слишком простая. Она вовсе не подходит Волкану. Не знаю, где ты нашел? Тебе не надо было оставаться из-за меня. Если ты хочешь остаться одна, я могу идти. Нет, ты меня неправильно понял. Я шучу. Извиняюсь. Как ты? После всех твоих ударов ей по голове, отлично. Я ведь хорошо все сделала. У нее и так совсем мозгов нет. А теперь после этих мечей оставшиеся вышибла. Как Бурак ее терпит, я не понимаю. Да Бурак такой же больной. Два сапога пара. Они идут, я пошла. По-моему, она слишком обычная для твоего брата. Я вовсе так не думаю. Я ее полюбила, уверена, что с ней мы поладим. По-моему, тебе стоит посмотреть на это с другой стороны чагла. Давайте в аквапарк. Сначала селфи. İçinde sevgiye boğdum Hamaşalı şerler herkes seni izler Ben diyorum ki yanımda sevgi Добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы идем собирать вещи Эмель. Завтра она переезжает. Если вы позволите, Халиль будет нам помогать. Можно, конечно. Мы и так завтра уезжаем в Бодрум на открытие отеля. Оно может воспользоваться и как раз переехать. Спасибо большое. Вам еще что-то нужно? Скажите, не стесняйтесь. Нет, спасибо. Удачи. Спасибо, господин. Хорошего дня. А у госпожи Эмель нет мужа? Он погиб. Есть одна дочь, но она живет в другом городе. Эмель совсем одна. Очень жаль. Это прискорбно. Тяжело быть одной. Очень тяжело. Очень. На горе было очень весело. Да, вначале я испугалась, но потом очень понравилось. Ай! Ты в порядке? Да. Возьми свою девушку за руку, Волкан. Или вы еще никогда не держались за руки? Такие милые, вы так подходите друг к другу. Да. Ладно, я молчу. Ну а разве не так?
Именно так. Я тебя слышу, Эда. Брат, это что за место? Мини-зоопарк. Правда? Пойдем покажу. Давайте! Я очень устала. Давай вернемся. Да, можно. Увидимся за ужином. Увидимся. До встречи. Можем быть спокойны, раз Чегла ушла. Посмотрите на собачек. Такие милые! А мы можем их подержать? Конечно. Кажется, как и я, очень любишь животных. Да, я их очень люблю. Поэтому я хочу стать ветеринаром. Хочу лечить зверей. Какая чудесная мечта. Надеюсь, она сбудется. Надеюсь. А ты мне очень понравилась. Никогда с братом не расставайтесь. Я напряжен. Как же сложно притворяться чьим-то парнем. А ты не притворяйся. Смотри. Ослы, милая девушка. По-моему, у вас что-то выйдет. Не неси бред. Советую забыть эту Денис. Эда, давай уже пойдем. Мы еще придем, хорошо, малышки? Я зайду за тобой до ужина. Ладно, увидимся. Увидимся. До встречи. Брат, я в восторге от ослы. Какая она классная. Такая милая девушка и животных любит. Не как злюка, Денис. Эда? Никаких Эда, разве я лгу? Она ненавидит зверей. А тот, кто не любит животных, разве способен любить? Я согласен. А, и ты туда же, барыш. Молодец. Ну ладно, ну чего ты злишься? Увидимся за ужином. Расскажи, что вы там делали? Ничего не делали. С тобой что-то не так. Выкладывай. От тебя ничего нельзя скрыть. Нельзя, дорогая. Рассказывай. Мы держались за руки. Что? Держались за руки? Как это держались за руки? Ты что, вправду держалась за руки? Так вы вправду встречаетесь? К сожалению, нет. Ну и ладно. Хоть и неправда, но как это было? Потрясающе. Это так волнительно. Ты каждый день становишься все ближе к своей мечте. Если ты ее увидишь, у тебя будет шок. Невероятно. Словно она не девушка Волкана, а официантка из отеля. Настолько плохо говорю. Увидев девушку, все мои подозрения испарились. Скоро выложу наши фотки в интернет. Увидишь. Угу. Хорошо, хорошо. Сейчас же. Давай, пока. Очень красивая. Правда? Я вроде ничего особенного не делала. Ничего и не нужно делать. Эта любовь отразилась у тебя на лице, дорогая. Какая любовь? Можно сказать, он мне нравится. Конечно, конечно. Вот только сегодня я видела, как ты сияешь рядом с Волканом. Да ну, так заметно. Надеюсь, Волкан не поймет. Пусть поймет. Пойдет на пользу. По-моему, после сегодняшнего вечера вы точно начнете встречаться. Не говори так. И так ноги и руки трясутся. Ладно, ладно, я молчу.
А вы что будете делать вечером? Не знаю. Он не звонил. Ты позвони. Почему он должен? Ты права. Кто звонил? Почему не отвечаешь? Не отвечает. Ну и пусть. Прогуляюсь в городе. Пройдусь по магазинам. Ну, не буду же я сидеть в комнате. А он, если захочет, то присоединится. Ведь так? Пришел, пришел! Привет. Привет. Ты готова? Да, сейчас. В гостиной почти все. Почти закончили. Завтра переместим твои вещи в нашу кладовку и все. Уф. Привыкать к другому месту очень тяжело. Смогу ли я сомкнуть глаза? Конечно, не родной ведь дом. Но госпожа Сильда и господин Нихат очень хорошие люди. Их сын Бурак немного разгильдяй, но тоже неплохой парень. Разве я предложила бы тебе, если бы там было некомфортно? Знаю, подруга, знаю. Но ничто не заменит человеку родного дома. Дай Аллах, смогу привыкнуть. Дай Бог, дорогая. Но если появится достойный человек, на которого можно положиться, довериться, тогда... И что будет, Шукран? Что будет? Одиночество убивает человека, Эмель. Прости, Всевышний, не говори таких вещей. Шукран, ни за что тебя не хочу обижать. Честное слово. А ты сразу злишься. Ладно, молчу, молчу. Молчи, не говори. Приготовить кофе? Приготовь. А ты не говори таких вещей. Сегодня так и не смогли поговорить. Где ты учишься, Аслы? В прошлом году из-за семейных обстоятельств не получилось поступить. Надеюсь, в этом получится. На какой факультет? Факультет искусств. Как классно! Я совсем не умею рисовать. Но, по-моему, это особенный талант. Тебе так повезло. Спасибо. Я тоже. Даже маленьких человечков не умел рисовать. Если бы не вулкан, то по рисованию у меня было бы два. Да, и в средней, и в начальной, и старшей школе я за него все рисовал. Но знаете, что обиднее всего? Оценки Бурака были лучше, чем мои оценки. И кем работают твои родители? Кто вы? Ну а тебе-то что, Чегла? Не задавай глупых вопросов, пожалуйста. Ну а что такого? Хотя бы расскажите, как вы познакомились. Да, и мне очень интересно. Может, ты ответишь на этот вопрос, Аслы? Хорошо, я расскажу. Я выходила из пекарни с тортом в руках, а вулкан выехал с улочки навстречу.
чуть не сбил меня. В этой панике торт вылетел из рук и упал мне на голову. Не могу поверить. Ты шутишь? Я была бы очень зла. Ты, наверное, тоже разозлилась. Сначала была очень зла, но Вулкан оказался таким галантным, таким джентльменом. Слез сразу с машины и спросил, как я. Потом предложил отвезти куда нужно. Так и познакомились. Это так романтично. Очень мило. Очень. А ведь, как говорят, большая любовь начинается с ссоры. Ну, у вас с маленькой аварией, но все же. Она ведь знает, что посмотрю. Специально выложила фотку Вулкана с новой девушкой. С вашего позволения. Зачем она звонит? Отказала ему в предложении и не отстает теперь. Слушаю. Я в порядке, Денис. Ты как? Не смогли сегодня поговорить. Увидев рядом твою девушку, не хотела подходить. А я подумал, не смогла поздороваться, потому что была с парнем. Ну да ладно. Зачем звонишь? Мы можем с тобой встретиться? Мне нужно с тобой поговорить. Я занят. Нам не о чем говорить. Обо всем уже поговорили, и все. Мне жаль. Ладно. Прощай. Может, пойдем? Я очень устал. Да, я тоже. Пойдемте. Простите, можно счет? Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. У вас есть браслеты для парней? Да, сейчас покажу. Вот такие есть. Ты зря пришла сюда, Зухаль. Эрде, мы были помолвлены. Ты не можешь просто так забыть про меня. Но ведь нас заставили наши семьи, все кончено. И как было ясно, что это не продлится долго. Я построил себе новую жизнь. И ты начни свою. Эрдем, пожалуйста, не говори так. Я пришла сюда, чтобы поговорить с тобой и исправить некоторые вещи. Ты меня не слышишь. Эрдем, прошу, дай нам еще один шанс. Спасибо. Удачи вам. Давай, пойдем. Пожалуйста. Негодяй.
Не могу поверить, какая ты невезучая. Ах, Гонжа, опять нашла идиота. Дура. Синан, все так идеально. Отличная еда, прекрасный стол. Я впечатлена. Я рад, что тебе понравилось. Мы не можем поехать в Бодрум, но если мы хотим танцевать, то это можно сделать здесь и сейчас. Не могу поверить. Спасибо за все. Надеюсь, я ничем тебя не обидел сегодня? Нет. Я рад. Этим вечером моментами тебе было очень тяжело. Была напряжена. Я очень расстроился. Мы не имели права заставлять тебя такую... переживать. Еще раз прошу прощения за все. Завтра я скажу всем, что мы расстались. Но Эда будет очень зла на меня. Она очень тебя полюбила. И я ее люблю. Ладно. Еще раз прости. Береги себя. До встречи. Спасибо. И ты береги себя. Ослы, ты уверена? Может, еще останешься? Нет, Гонжа, с меня хватит. Я могу быть только лишь частичкой лжи, но не правды. Прости, дорогая, я тебя вымотала. Ты-то тут при чем? Меня вымотало все пережитое. Я так спокойно жила и вдруг оглянулась и увидела себя здесь. Лгать не по мне. Что я теперь буду делать без тебя? Ты тоже езжай домой со мной. Ты не обязана здесь оставаться. Вернемся, найдем работу. Эти места не для нас. Посмотри, сколько всего случилось за несколько дней. Да, негодяй. Я все еще не могу поверить, что он так со мной поступил. Давай поедем домой вместе, прошу. Да! Почему я должна оставаться? Мы уже поняли свое место. Хорошо, подожди меня, я соберу свои вещи, и мы уедем. Хорошо? Доброе утро. Доброе утро. Извините за беспокойство. Ну что вы? Давай. Пойду верну это. Пусть забирает себе. Хорошо? Хорошо, дорогая. Ослы? Ты куда? Возвращаюсь в Стамбул. Ты не обязана уезжать. После открытия мы все вернемся в Стамбул. После нашего отъезда можешь продолжать свою работу. Нет, я хочу вернуться. Ладно,
как хочешь. Почему ты все время пытаешься меня унизить? Я не понимаю. Ты все еще не можешь поверить, что есть вещи, которые нельзя решить за деньги? Мне жаль. Просто не хочу, чтобы ты оставалась в тяжелой ситуации из-за меня. Из-за тебя я и так в достаточно плохой ситуации. Ну ладно. Я сама о себе позабочусь. Это не важно. Уверена? Да. Тогда хорошего пути. Спасибо большое. Прощай. Госпожа Элин, Гунжа и ослы покидают отель. Выдайте им полную оплату, пожалуйста. Ослы, я в шоке. Они выдали нам полную оплату. Почему? Как это почему? Чтобы совесть господина Бурака была чиста. Господин Нихат. Здравствуйте, господин Ахмед. Здравствуйте. Добро пожаловать, госпожа Сельда. Спасибо. Как долетели? Очень хорошо. Ваша комната готова, господин Нихат. Если хочешь, сначала выпьем чего-нибудь. Что скажешь, жизнь моя? Хорошо, жизнь моя. Прошу, проходите. Заодно покажу тебе вид на бассейны. Пойдем. О, как красиво. Красиво получилось, да? Очень. Идем, сядем здесь. Прошу, вы отдыхайте, а я принесу ваши напитки. Спасибо, Ахмед. Хорошего отдыха. Ой, Нихат, потрясающе! Я такого не ожидала. Очень красиво. Слушаю, папочка. Привет, сынок. Как ты? Надеюсь, я не отвлекаю тебя от твоей работы. Нет, нет, отец. Я работаю. Не отвлекаешь. Молодец, сынок, молодец. Я знал, что из тебя получится человек. Конечно, папочка. Я стараюсь быть достойным вас. Все в порядке. Нет никаких проблем. Нет, нет, папочка, я сам лично со всем тут справляюсь. А вы когда приедете? Я вот думаю, ты же сказал, что справляешься сам. Может, объявим всему персоналу отеля надеть красные шорты, как у тебя? Что скажешь, а, сынок? Ты когда человеком станешь, а? Нихат, успокойся. С ним же Чагла рядом, не делай так. Мне все равно, Чагла могла. Ты посмотри на него. Он типа должен был работать. На него посмотри. Развлекается. Хорошо. Сельда говорила, что приедут сегодня вечером. Да, видно, у брата дела закончились пораньше. Наверное. Синан, ты тогда тоже езжай в отель. А я приеду вечером. Хорошо, жизнь моя. Отвезу тебя в отель. Хорошо. Есть новости? Приехал главный начальник и его жена, а Гонджа оставила тебе это. Подаришь своей настоящей любви.
Очень тяжело покидать место, к которому привык, не так ли? В этом доме очень много воспоминаний. Тяжело уходить. Не расстраивайтесь. По-моему, куда бы мы ни шли, наши воспоминания всегда с нами. Вы правы. Ослы? Мама? Дочка. Что происходит? Ослы, что ты здесь делаешь? Что случилось? Мы переезжаем? Я не хотела говорить по телефону и расстраивать. Хозяин дома продает его. Что? Как они могут так поступить? В них совсем не осталось человечности. Разве так внезапно можно выгонять? Дочка, его братья давят. Он вынужден. Не смог с ними справиться. Не могу поверить. Мама, почему ты мне не сообщила? Что мы теперь будем делать? Не огорчайся, дочка. На время останемся в доме для персонала. А наши вещи будут у них в кладовой, пока мы не найдем новое жилье. Будем жить в доме чужих людей? Мама, как мы сможем? Как мы будем так жить? Знаю, дочка, тяжело. Для меня тоже тяжело. Но немного уменьшим долги, улучшим положение. Я обещаю, потом переедем в свой дом. Мама, я ведь не должна была оставлять тебя одну. Милая, я прошу, не плачь. Я не могу, я не выдержу. Больше никогда не оставлю тебя одну, мама. Прости меня, прости. Не вини себя, дорогая. Мама, как мы оставим этот дом? Не знаю, ослы. Я взяла тебя в руки в этом доме. Ты выросла здесь. Потом воспоминания о твоем отце. Не знаю. Милая моя доченька. Поздравляю, господин Ахмед. Вы подготовили отель к открытию за кратчайшие сроки. Я думал, вы не успеете к этому сезону, но вы проделали великолепную работу за кратчайшие сроки. Спасибо. Мы старались сделать как можно лучше, только в зоне VIP осталась работа на день. Кроме этого, проблем совершенно нет. Надеюсь, получим высокие оценки от ваших гостей. Даже не сомневайтесь. Вся необходимая подготовка для открытия сделана? Да, все готово, господин. По указаниям господина Нихата, планируем простое, но очень качественное открытие только для VIP-клиентов. Самое лучшее. Извините, вы после открытия хотели бы остаться у нас? К сожалению, нам нужно сразу вернуться в Стамбул. И детей заберем. Должно быть, они уже достаточно мешались под ногами. Нет, что вы, мы достаточно плодотворно поработали с господином Волканом. Если позволите, мне нужно удалиться. У меня совещание с одной фирмой. Я подойду позже. Конечно, господин Ахмед. С вашего позволения. А нашему бы только есть, пить и гулять. Непонятно, стала ли его отправка сюда наказанием или награждением. Видишь, забыл даже про Америку. Пойдем пообедаем. Давай. Thank you.
О, Эльчин тоже пришла. Добро пожаловать. Привет, приятного аппетита. Добро пожаловать, Эльчин. Рада вас видеть. Семья в сборе. Мамочка? Милая моя, разместилась уже? Ничего не нужно. Разместилась, дорогая. Ваше гостеприимство отразилось на вашем отеле. Все идеально. Спасибо, дорогая. Рад, что тебе понравилось. Приятного аппетита. Волкан, благодарю тебя. Ты позаботился обо всем, пока нас не было. Ну что ты, дядя? И тебе спасибо, Бурак. Ты тоже нам очень помог. Надеюсь, в Стамбуле продолжишь в том же духе. Конечно, папочка. Нихат, прошу, не утомляй детей. Они ведь еще молоды. Ты права, дорогая. Столько работать в этом возрасте нельзя. Дядя, ты супер. Сразу нашел поддержку. Еда восхитительна. И не говори, Эльчин. Я здесь забыла про диету. Надеюсь, не наберу здесь килограммы. Не наберешь, дорогая. Не волнуйтесь, вы всегда очень красивая. Душа моя, красавица моя, ты очень красивая. Теперь мы будем жить здесь? Да, милая. Аслы, показать тебе твою кровать. Милая, мы останемся здесь на некоторое время. Но если тебе вдруг станет грустно, то скажи мне. Мамочка. Аслы, дорогая, ты в порядке? Нет. Как мне быть в порядке, Гонджа? Как только приехала, оказались на улице. Я очень расстроилась. Вы смогли обустроиться? Куда там? Одна комната и вещи в кладовой. Не было, да, другого выхода? Вы так быстро собрались и уехали. Не знаю. А маме что делать? Дом продали, сказали освободить. Она одна не смогла найти другое жилье. Не знаю, что бы делала мама без тети Шукран. Милая тетя Эмель, ей, наверное, очень плохо. Еще как. И мне ничего не сказала, чтобы не расстраивать. Я действительно разочаровала маму. Сказала, еду зарабатывать деньги, но ничего не смогла сделать.
осталась и без работы, и без дома. Дорогая моя, ну ты тут ни при чем. Жизнь перевернулась вверх дном. Я даже не знаю, что делать. Поехала работать, чтобы помочь маме деньгами, но не вышла. Подумала, ладно, вернусь домой. Так и дома теперь нет. Откуда мы могли знать? Мы не знали, куда мы едем. Да, из-за двух тупиц все испортилось. Вот занимались бы они своими делами. Ты права. Но все же моментами повеселились. А ты пережила такое приключение. До сих пор удивляюсь, как это все случилось со мной. Как только смеялись, сразу обливались слезами. Если бы не было так, не было бы интересно. А что ты думаешь об Эрдеме? До сих пор не могу поверить, что он так со мной поступил. Да, он оказался страшным разочарованием. Ну да ладно, не будем об этом. Все будет прекрасно. Увидишь, скоро найдем работу. И у твоей мамы есть работа. И вы нашли, где пожить. И в скором времени все будет хорошо. Тот дом – мое детство. Папина теплота. Наше с мамой гнездышко. Да что там, пусть будут хоромы. Ни один дом не будет таким. Знаю, родная. Но папа всегда в твоем сердце. А мама всегда рядом. Не грусти больше, прошу. Тетя Эмель рядом, и все будет хорошо. Легче, чем сейчас. Я знаю, это... Посмотри вот на меня. У меня никого нет, кроме брата. Не помню ни отца, ни матери. Никого не помню. И никого у меня нет. Душа моя, прости. Расстроила тебя. Ты права, что бы ни случилось, мы должны быть сильными. Мы справимся со всем. Мы сильные. Вот так-то. Хорошо, что я пришла поговорить с тобой. А то я сошла бы с ума в этом доме. Я всегда рядом. Если только понадобится. А что мы будем делать завтра? Конечно, ищем работу. Договорились. Увидишь, все будет прекрасно. Дай бог. Что будем делать? Может, пройдемся? Чагла, какая ты красивая! Спасибо, тетя Сильда. Вы тоже очень роскошно и нежно выглядите. Спасибо, Эльчин. Сильда. Хорошего вам отдыха. Я пошла. Хорошо, красавица моя. Благодарю. Благодарю. Сильда, еще раз поздравляю. Все просто изумительно. Я думаю, может, свадьбу наших детей проведем здесь? А? Отличная идея. Почему бы и нет? Слава богу, они решили проблему. Я тоже очень обрадовалась. Хорошо, всего доброго. У нас там гости. Я поздороваюсь, схожу. Хорошо? И потом вернусь. Хорошо, дорогая, давай. Не скучай. Спасибо. До свидания. Ты очень красиво. Ты тоже выглядишь впечатляюще. Папочка, ты с кем переписываешься? О чем ты? Я почту проверял. А почему ты не делаешь селфи? Давай попробуем. Сейчас же сделаем, папочка. Минуту, я тоже пришел. Ты как раз вовремя. Ха-ха-ха-ха.
здесь, а? От тебя невозможно отвести взгляда. Нихат, ваш отель прекрасен. Поздравляю. Спасибо, Мерве. Правда, очень красивый отель Сильда. Спасибо большое. Господин, если завтра вы не заняты, мы можем провести время на моей яхте. К сожалению, но мы завтра возвращаемся. Так быстро? К сожалению. У них это очень много работы, и мы должны вернуться. Пришли гости, я пойду встречу, хорошо? До встречи. Хорошего отдыха. Сильда идет. Дорогой. До встречи. До встречи. Даже глоток не смогла сделать. И ты не выпила ничего, да? Эльчин, я весь вечер наблюдала за вами с Синаном. Вы так подходите друг другу. С чего ты взяла, Сильда? Не знаю. Такое предчувствие. Наш Синан очень хороший. Уверена, он сделает тебя счастливой. К тому же, ты столько лет одна. Сильда. Прошу, не злись на меня. Говорю это, потому что люблю тебя. Знаю, дорогая. Мне нужно кое-что тебе сказать. Между мной и Синаном кое-что есть. А? Это очень новый, и никто пока не знает. О, не могу поверить. Я так рада. Я очень счастлива. Спасибо. Ты будто почувствовала. Правда. Я очень рада за вас. Милая, поверь мне, ты приняла правильное решение. Надеюсь. Синан хотела рассказать всем. Но ты ведь знаешь, прежде всего дети. Сначала мне нужно поговорить с Чиглой. Подготовить ее к таким новостям. Ну, дорогая, Чигла очень умная девушка. Я уверена, она хочет, чтобы ты была счастлива. Я тоже так думаю. Но все же лучше пока подождать. Ты великолепна. Вы все замечательно сделали. Бассейн и просто красота. По-моему, лучше пойти к ним. Точно. Да я, правда, не ожидал. О, это еще что? Мы целую неделю мучились с освещением. Can evimizden vuruldu göz.
şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Nasıl kıyabildin bana bundan sonra? Senin her şeyim, kendimden fazla sevdiğim. Nasıl kıyabildin bana? Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Sakın düşünme kötü şeyler, kalbini kırmasın bu sözler. Yalnızlığa alışkın bedenler her gece bu şarkıyı söyler. Элиф, уборка закончилась? Да, конечно. Ты проветрила комнаты? Столько дней не пользовались. Проветрила, не волнуйся. Хорошо. Амель, ты ведь сказала Аслы, пока я не поговорю с госпожой Сильдой, пусть не показывается. Сказала, дорогая, не волнуйся, тем более у нее дела. Может, даже и ушла. Ладно. Добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте. Добро пожаловать. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.